Добрый день, друзья! Сегодня 8 апреля 2016 года. Мы с вами находимся на южном берегу Пионерского озера в городе Барнауле. Как видите, лед уже на восточной части его сошел, и открытая вода здесь. Вот уже он. Можно плавать, купаться, загорать. Погода теплая стоит, вода еще хорошая. Ледяная, похоже. Вода уже хорошая, все, выходите.
хорошо. Не нужен нам берег турецкий. Африка тем более.